Направо пойдешь, пи огребет. Налево пойдешь, налево пойдешь. Люблю русские дороги. Мы идем на каток, хотя можно кататься уже, в принципе, и здесь. Вообще, сейчас я не понимаю, потому что мы живем в России. Тут должны дороги чистить. Ну, хотя мы идем в лесу, и, наверное, странно. Вы спросите, что же делает каток в лесу? Я вам отвечу. Потому что только в лесу его могут не засрать. Потому что если вам поставят каток, например, у меня во дворе, то завтра от него ничего не останется. Вот так вся логика москвичей. В общем, тут мы катались. Теперь мы пойдем домой. Вообще, это, наверное, единственный нормальный каток, который я знаю. Дались? Вот. Что я хотела еще рассказать? То, что, наверное, единственное кафе, где есть бесплатная эта раздевалка. И там тепло и хорошо, потому что во многих катках... Почему они так посмотрели? Во многих катках там просто идешь. Ну не каждый день же увидишь девочку с камерой, которая идет, ты с ней разговариваешь. Не, ну блин, просто на каждом катке ты там раздеваешься на улице, это холодно. И не очень приятно, но, блин, тут каток офигенно, потому что, во-первых, он ровный. Ну, наверное, это нормально для такого леса. И там уютно одеваться, там даже есть шкафчики, куда можно вещи положить. То есть не с рюкзаком кататься, а, да, положить туда вещи, это вообще свэк. Так что приходите, это где Останкино, вот тут находится, в лесочке. Ой, прикинь, я не знала, а вдруг так тоже можно пройти. В лесочке, значит, мы находимся. Вы понимаете, о чем? Олеся. О. Так что лесочек где хороший. Что еще хотела сказать? Я не знала, что там тоже можно пройти. Вот ты узнала, и теперь ты на 1% умнее. То есть теперь ты умна на 2%. Я уебу коньками. Я шучу, конечно же. Так что... Смысл этого видео в том, что надо проводить больше времени на свежем воздухе, как я сказала в своем предыдущем видео. Я надеюсь, у этого видео будет нормальное качество. Не то, что в прошлый раз. Да. И проводите вы больше времени на свежем воздухе, потому что это круто. Читаю твои мысли. Да, это вообще очень круто, я считаю. Здесь можно поиграть в комочки. У меня на заднем плане... Скрытая камера реклама. А тебе обязательно будет? Смотри, у меня на башне фонарный стол. Ишь. Вот тут вот снимают разных звезд. То есть тут звезды приезжают. Это все очень круто. А здесь машинки стоят. То есть ты идешь по улице, узнаешь много нового. А если бы сидела целый день дома, я бы не знала, что тут находится Останкино. Вообще много чего бы я не узнала. Да, ты была такой. В общем, ведьма. Гуляйте побольше на свежем воздухе. Пока. По дороге зимним днем на-на-на-на-на-на, суслик с сосликом вдаем, на-на-на-на-на-на-на-на. Что надо, бред? Пятница. Пятница! Да. Сегодня пятница. Вот так вот идешь, иногда даже не знаешь, какой день недели, потому что мы сидим в компьютере, хотя там написано даже дата и число, но все равно не знаем, какое сегодня число. О, кино. Люблю ходить по тропинкам, потому что здесь мало говняшек. И вообще, вау. Стоп. Мимо. Я извиняюсь, но... Что? Можно я скажу? Что тут делает конек? Ну ладно. Иби. Так что, идя по улице, мы можем увидеть коньки на дереве. Это очень смешно. Да. Мы открыли новый фрукт. Как я сказала? Блин, я забыла. Гейфрутер? Гейфрутер. Гейфрутер. Попробуй, не отравишься. Ну, наверное, не отравишься. Мы сейчас попробуем его. Но если мы не отравимся, то... Мы будем есть сосисочки. А, ну да, у гейфрутер... Да, понятно. Я именно так все и поняла. Чайка, тут это чуни. Вот нафига вот сейчас идет. Чем тут плохие машины? Вот нафига вот идет человек. Я занимаюсь тем, чем я хочу. И тут на меня смотрят таким русским национальным взглядом. Ты вообще кто такой? Да, ты кто такой? Да, до свидания. Ты и наш человек. Вот это меня немножко напрягает, потому что
Я человек, я занимаюсь тем, чем я хочу. Но почему-то на меня так смотрят, как будто гей-фрутер какой-то. Открылась. Слушай, она высер, блин. Ржавый, потому что... И башка. Потому что...